Средняя месячная зарплата до вычета налогов, пусть не намного, но растет по всей стране, отрапортовал сегодня Департамент статистики Литвы. Чемпионами стали провинции Терщай и Алитус, а из крупных городов – Каунас, где зарплата выросла почти на 4%. Впрочем, говорят социологи, во многом на рост повлиял последний месяц последнего квартала прошлого года – декабрь. Время премий и выплат 13-й зарплаты. Кроме того, рост стал результатом дважды увеличенной в прошлом году минимальной зарплаты. Самые высокие средние доходы жителей традиционно в столице, где она составляет 901 евро, в Каунасе – 813, в Клайпеде – 809. Это все суммы до вычета налогов.